Всем привет! В современном мире человек и мобильный телефон практически неразлучны друг с другом, поскольку каждое такое устройство оснащено видеокамерой, которая позволяет вести съемку где угодно и когда угодно. Некоторые люди фиксируют редкие и уникальные кадры. Именно об этом и пойдет речь в нашем выпуске. Сегодня вы увидите необъяснимые находки, шокирующие явления и наиболее жутких существ, которых только удалось запечатлеть в различных уголках планеты. Их истинную природу объяснить довольно сложно. Но кадры этих видео заставляют мурашки бегать по коже. Говорят, что истории про лохнесское чудовище не более чем миф. Тогда как объяснить реальное наблюдение рыбаков из Сиднея в 2019 году, которое заставило их поверить в обратное? Купить бутылку с моментальной заморозкой воды в ней – все равно, что выиграть джекпот в лотерее. Видели ли вы когда-то такое, чтобы предметы в буквальном смысле слова оживали? Если нет, то все бывает в первый раз. Снежная завеса в виде четкой разделительной линии шокировала многих местных жителей штата Огайо несколько лет назад. Еще бы, не каждый день увидишь нечто подобное. Мерцающее электричество этих морских существ заставило подводных исследователей внимательнее приглядеться к их необычному оперению. Перед вами нечто невероятное. То, что природа создала с особой любовью и от чего просто невозможно оторвать взгляд. Морское существо выглядит почти как нечто потустороннее, светящееся каким-то таинственным свечением. Сложное хирургическое вмешательство в человеческий организм порой выглядит довольно пугающе, но главное, чтобы польза от этого была больше. Да и вообще, заболевания глаз могут вызывать самые странные, а порой даже шокирующие эффекты. Думаю, к реальности этих кадров должно быть множество вопросов, но выглядят они очень впечатляюще. Настоящий ужас для всех герпетофобов, да и не только. Ведь такие гигантские размеры змеи сразу наталкивают лишь на одну мысль. Дай бог никогда не встретиться с ней в реальной жизни. А вот еще один кошмар для всего человечества. Кто знает, может в таких кирпичиках есть что-то мистически притягательное? Ну раз множество попугаев не могут оторваться от этой кирпичной стены. Вы только представьте, что подобные существа раньше могли населять нашу Землю. Все же хорошо, что мы их не застали. Огромная стая летучих мышей решила мигрировать куда-нибудь в более подходящее для себя место, решив напугать всех очевидцев происходящего. Очень мрачная картина, как по мне. Выглядит так, словно кто-то хорошенько подготовился к мистическому ритуалу.
Возможно, это крошечная черепаха – одно из самых милых животных, которые вы видели в своей жизни. На первый взгляд можно подумать, что перед нами вкуснейший пломбир в шоколадной глазури. Но на самом деле так выглядит снег с песком в Саудовской Аравии. Очки следующего уровня, которые проверяют электронную проводку самолета. Интересно, а что можно увидеть, если посмотреть в них на человека? Если у вас совершенно нет времени, но есть огромное желание попасть на рыбалку, присоединяйтесь к этому находчивому приятелю в лодке. Нет-нет, вам не показалось. Лошади и правда словно едут по воде. Но черт возьми, как такое вообще возможно? Стоит проявить немного фантазии и креатива, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Поверьте, все заиграет новыми красками. Неизвестность всегда привлекает. Жутко интересно, это крохотный потомок длинношеего динозавра или просто какое-то мутировавшее существо, как думаете? Ферромагнитная жидкость. Вот что вам точно понадобится для создания супергеройского костюма. Или лучше даже антигеройского. Словно небо вот-вот обрушится на землю. Внимание, найдено настоящее скорпионье логово. И мне кажется, лучше к нему не приближаться. Божья коровка точно следует за появляющейся перед ней линией. Так может ее IQ куда выше, чем мы могли только себе представить? Просто невероятная картина, когда рыбы в воде плывут в воде, наполненной биолюминесцентными водорослями. Это похоже на какой-то фантастический фильм. Вот и как ему живется с такой удивительной особенностью. Если вам захотелось попасть в виртуальную реальность напрямую в своей обыденной реальности, перед вами отличный способ. Правда, довольно странный. Ничего необычного. Просто туристы спускаются вниз по реке из камней. Видимо, перед ними находится портал в другое измерение. И кто-то внутри него сильно не хочет, чтобы в него выкидывали всякий хлам. Женщина просто хотела развеять прах своей любимой собаки. Но животное, наблюдая за всем происходящим с небес, по всей видимости, хотела еще раз напомнить хозяйке о себе. Необычные инсталляции от самых креативных мастеров порой можно встретить в самых неожиданных уголках нашей планеты. Археологические раскопки часто дают просто удивительный результат и значительно проливают свет на те события, которые происходили в далеком прошлом. Следующие кадры, которые запечатлели странное потустороннее существо на одной из ночных улиц, поставят в тупик даже самых заядлых скептиков. Хорошо, что у ребят, снимающих это шокирующее видео, было надежное укрытие в виде ангара или склада.
Здорово, что современное человечество все еще может изучать историю нашей большой планеты благодаря многочисленным окаменелостям, выкопанным из-под земли. Вот, например, еще один отличный пример потрясающей находки, которая открыла глаза ученым на многие вещи. Может, перед нами какое-то инопланетное существо, которое уж слишком хотело быть похоже на настоящего человека, но мы-то видим, что он фальшивый.